Добрый день. Сейчас я буду готовить очень вкусные русские медовые блины. Это очень старый рецепт, поэтому рецепту готовили блины Псковской, Новгородской области. И сейчас я хочу предложить вам этот рецепт замечательных вкусных русских блинов. Для приготовления этого рецепта мне нужен мед. Меда я использую 3 столовые ложки. Мед должен быть жидким. Мед выливаю в чашу и добавляю я теплое молоко. Молоко должно быть градусов 40. И сейчас я мед растворю в теплом молоке. Добавляю сюда соль и яйца. Добавляю еще немного молока. Половину молока теплого я оставляю в кружке. Высыпаю муку. Мука должна быть хорошо просеянная. И замешиваю густое тесто. Добавляю сюда оставшееся теплое молоко, растопленное сливочное масло. Сливочное масло – обязательный ингредиент для медовых блинчиков. И также я добавляю сюда 1 столовую ложку растительного масла. Оставляю тесто на 7-10 минут и начинаем выпекать блины. Сковороду смазываем растительным маслом первый блинчик. Блинчики я готовлю на сковороде с диаметром 18 сантиметров. Они у меня будут небольшие. Готовятся они очень быстро, так как это медовые. Даже сейчас, когда печется блин, аромат стоит невероятный. Медовые блины всегда получаются такие ярко выраженные, желтого такого цвета, красивого. Пламя конфорки переводим на огонь меньше среднего. У меня где-то 4 из 10. Перекладываем на тарелку. Блины по желанию можете смазать сливочным или топленым домашним маслом. Блины наши готовы. Вот такие они получились. Ароматные, красивые, кружевные и очень тоненькие. Они очень вкусные. Готовьте с удовольствием. Угощайте своих родных и друзей. Я прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов!